в дебютном стартовом матче дня армейцы в онлайн-турнирной таблице. На шестом месте Айван Востриков забивает пока самый красивый мяч дня. Это его точка, это его позиция. Иван Востриков в отсутствии белорусских легионеров Элмонта взял бразды правления на себя. Он лучший бомбардир команды, и он забивает ворота Руслана Пилецкого, вернувшегося туда после отбытия дисквалификации.